Внимательно, с серьезными лицами и ни на что не отвлекаясь, слушают спикера, который рассказывает, как сегодня живет и существует современное предприятие. Компания «Аврора» — один из крупнейших производителей фасовочно-упаковочного оборудования. И увидеть ее внутреннюю кухню смогли ученики выпускных классов. Не только посмотреть, но и поучаствовать в самом процессе. Всем участникам экскурсии наглядно показывают и рассказывают о современных технологиях. Вот такой фасовочный аппарат – вовсе собственная разработка предприятия. А школьники могли попробовать сами разобраться в его устройстве и даже пустить в работу. Очень необычная фабрика, которая, как мне кажется, и вправду может творить волшебство. Технологии, которых раньше не видел, как обустроен завод, кто здесь работает, какие специальности. Очень понравилось. Для группы 17-й школы Саратова показали не только выставочный цех, но и сами зоны работ. Рассказали подробно, по каким принципам они делятся, как и откуда поступает сырье, о взаимной работе сразу нескольких отделений. Запомнилась работа станков, где оттачивают детали для уже создания машин. И, конечно же, запомнилось, как идет уже разлив, упаковка продукции. Многие станки мы изучали на уроках технологии в школе, и посмотреть это все воочию, ну, незабываемое впечатление. Помимо «Авроры», экскурсии для учеников школ региона проводят еще 6 крупных предприятий региона. Этот формат реализуется в рамках всероссийского проекта «Билет в будущее». И основная задача – помочь ученикам 6-11 классов в выборе профессии по душе. Больше людей будет заинтересовано вот в развитии собственных каких-то вот производств, да, у нас в стране. Ну, наверное, будет у нас больше развиваться вот машиностроение, да, и мы будем на другом уровне находиться, расти. Проект в нашем регионе реализуется с 2019 года, и за это время более 90 тысяч школьников увидели сами, как живут крупные предприятия. В этом году охват программы составил порядка 19 тысяч учеников. Рауль Мамедов, Денис Куруч, Максим Андрощук, «Вести», Саратов.